Мы являемся свидетелями достижений человечества в области возобновляемой энергетики и передовых технологий, предназначенных для развития зеленой экономики. Экспо. День 82. Знаете ли вы, что Сент-Винсент – отдельный остров, а Гренадины – это группа малых островов? Вместе они составляют единое государство. Страна, где сохранились древние петроглифы, датируемые до нашей эры, тоже участвует в Экспо-2017. Посетители выставки могут увидеть продукцию, производимую на островах. Это различные джемы, соусы, маринады. Интересно, что они смешивают, казалось бы, несовместимые по вкусу продукты, например, острые овощи и сладкие фрукты. Также посетители увидят различную косметическую экопродукцию. Крема, масла, гели – все это мастера делают вручную, добавляя мяту, масло кокоса и какао. И, конечно, вы узнаете об энергетическом потенциале страны по наращиванию зеленой энергии. Мы используем 18% энергии из топлива, которое мы импортируем из латиноамериканских стран. Также 20% нашей энергии вырабатывается за счет гидроэнергетики. Сейчас мы ведем работы по наращиванию потенциала геотермальной энергии. Проводим исследования. И мы рассчитываем, что к 2018 году доля геотермальной энергии, добываемой из земли, достигнет 17,5%. Сам остров Сент-Винсент вулканического происхождения. Суфриер – спящий вулкан. Именно его энергия может пойти впрок, уверены местные власти. В стране бурно развивается туризм. На некоторых островах своими фешенебельными виллами владеют мировые звезды. И, к слову, красивые пейзажи этих мест были выбраны для съемок фильма о разбойниках Карибского моря. Экспо сближает народы. На одной площадке можно встретить музыкантов из различных уголков мира, которые по очереди представляют культуру своего народа. Сейчас выступает танцевальная группа из Папуа-Новой Гвинеи. Артисты из провинции Нью-Айленд демонстрируют танцы в исполнении женщин и обряда бракосочетаний. Народ тропических джунглей почитают животный мир, потому посвящают танцы змеям или другим животным. По сей день народам исполняются традиционные танцы на торжествах, а также концертах для туристов. Мы очень гордимся своей культурой и хотим ее продемонстрировать людям со всего мира. И мы также считаем, что наши традиционные танцы должны быть ограничены от западного влияния. Культура казахского народа очень уникальна и необычна для нас. Нам нравится ваш народ. Нас окружают дружелюбные и приятные люди. Костюмы артистов отображают одежду коренных жителей острова – папуасов, которую изготавливали из банановых деревьев. Украшением женщин служат мелкие ракушки. Их даже сегодня используют в виде валюты. В танцах возраст значения не имеет. Музыке и игре на барабанах учат с молоду. Танцевальная группа очень гордится и бережет свое наследие. Преодолеть трехдневный путь до Казахстана и представить посетителям Экспо свои обычаи – для артистов настоящая радость. Выставка «Экспо» стала событийной площадкой мирового масштаба. Сегодня вместо концертов сцена амфитеатра зажжет свои огни для большого вечера бокса. За титул чемпиона поборется казахстанский боксер Амирхан Тулеов. Он родился в городе Аркалык, а с переездом в город Приозерск пришел в зал бокса. Упорные тренировки и желание побеждать привели его к титулу лучшего боксера города. Тренировался он в детско-юношеской спортивной школе, где в свое время тренировались многие мастера спорта Карагандинской области. Спортивные высоты Амирхан продолжил покорять, выступая за сборную столицы. Так он стал звездой республиканских турниров. Сегодня для него новый опыт и встреча с соперником на международной выставке. Я очень рад, что именно в Казахстане, точнее в столице Казахстана, в городе Астане проходит такая большая инновационная выставка. Площадка «Экспо» мне дает энергию очень большую. То есть он дает мне, можно сказать, уверенность. То, что я выступаю в Астане, тем более на своей земле, где я сейчас в настоящее время живу, живут мои родные.
Вот и начался ответственный бой. Амирхан встречается с боксером из Челябинска. Спортсмен намерен совершить нокаут. Боксеры мерились силами недолго, после чего Амирхан совершает нокаутирующий удар. Успеху у молодого спортсмена сегодня радуются тренеры, болельщики и родители. Веру в успех, несомненно, дала ему площадка на родной земле.